Здравствуйте, я Алена Заводчикова, и сейчас вы узнаете, что можно и нужно смотреть в ближайшем будущем в кинотеатре «Кинофрэш». Еще разок! Куда ты отправил Кая? Во дворец Снежной Королевы. С 27 декабря в прокат выходит самая холодная премьера этого года «Снежная Королева» в 3D. Этот фильм окунет вас с головой в самое главное новогоднее приключение. Сюжет фильма заключается в стремлении Снежной Королевы сотворить новый мир, холодный и практичный, где четкость линий призвана заменить эмоции, а северный ветер должен остудить людские души. Согласитесь, есть в этом что-то общее с нашим настоящим. Впрочем, добро всегда побеждает зло. Но это не единственная премьера. Чего-то, что невозможно описать словами. На экраны выходит фильм жанра фэнтези «Сказочный мир Дюсалей», в котором мы будем участвовать в удивительной истории двух влюбленных, разлученных судьбой по мотивам лучших шоу цирка «Дюсалей». Им придется пройти через многое, чтобы снова быть вместе. Любовь, романтика – это всегда красиво, приятно и очень романтично. Но главная премьера лично для меня – это «Анна Каренина» с Кирой Найтли в главной роли. Сразу после Рождества, 10 января, в кинофреше «Вечная история о любви». Самая ожидаемая премьера 2012 года – это драма «Жизнь Пи», которая заставит нас 3 января поверить в невозможное. Это история о мальчике, который оказывается на шлюпке посреди океана в компании неожиданного попутчика – грозного бенгальского тигра. Порой в борьбе с природой открывается новое сознание. Ну и не могу не сказать несколько слов о подарках. Кинотеатр «Кинофрэш» продолжает дарить нам праздник и открывает детские новогодние киноелки и корпоративы в кафе для вас, уважаемые зрители. Ну а если вы все еще думаете, что подарить родственникам, друзьям или коллегам на Новый год, дарите кино. Подарочная карта «Кинофрэш» номиналом от 500 рублей – лучший подарок. Впереди выходные, ну а чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Рецепт прост – иди в кино. И зачем сидеть дома на диване? Ведь дома вы такого не увидите.